Так, ребят, всем привет. Продолжаем работать на ферме. Давайте засеем вот это поле. Так, давайте посмотрим. Так, кукуруза, кукурузу пока не буду, пшеница, ячмень там есть. Давайте посадим здесь канолу. Соевые бобы тоже есть, но они будут на продажу пока идти. Мы им канолу еще вот сейчас посеем. Так, канола. Канола, вот так вот. Так, отлично. Поехали. Сейчас сами это поле засеем. Так, ну что, закончили поле. Давайте увезем туда. Нам все равно потом большое поле засеивать, которое соевыми бобами засеяно. Даже можно... А, я сейчас не могу выбрать, да? Ладно. А, не, вот. Отвлекся. Бывает. Так, ничего страшного. Вот смотрите, опять, да? Вот опять каждый раз кто-то сюда бревно кидает. Уже какой раз? Ну-ка. Нужно будет его вообще, мне кажется... распилить, продать куда-нибудь, чтобы оно здесь... Оно так и будет их
Кто-то и будет его подкидывать. Так, куда нам ее поставить? Давайте пока поставим вон туда вон. Так, что я хотел? Я хотел поросятам насыпать. У нас же там есть как раз урожай, который мы собирали с полей, когда купили. Я просто про него забыл. Надо насыпать им. Так, ячмень у нас есть. Сыпем. Пшеницы нет, но зато ячмень есть. Так. Сейчас посмотрим, сколько у них будет. Ну вот, нормально, ячмень. Теперь канолы у нас сейчас пока нету. Кукурузы тоже нет. Ну, пока... А, подожди-ка, а что там еще-то было? Что-то еще, по-моему, у меня есть, да? Ну-ка. И... Так. А, овес есть. Овес есть. Но это надо это... Это лошадям надо отвезти. Давайте отвезем лошадкам овса. Так, назад. Сколько есть, чтобы не покупать. О, поехали. Так, что там получается? Ну вот, немножко овса им добавилось. Солома им еще нужна. Вода нормально. Так, у коров воды можно, соломы добавить. У свиней можно соломы добавить. А сколько вообще стоит... Сколько стоит у меня... Дорого, наверное, да, эти тюки-то. Тюки-то дорогие. Ну да, это... Хотя сено-то, солома есть, сено, в принципе, ну, если покупать, сколько тут надо, много. Силос дорогой. Сейчас все деньги вбухаешь. Не, будем ждать, когда трава вырастет.
цепляем опрыскиватель. Удобрим им. Так, давайте проверим. Да, вот здесь есть. И сейчас мы еще удобрим, будет нормально. Все, последки. Так, ставим все на место. Так, этот пока трактор заглушим, это выключим. Маячки. Давайте на этом поработаем, потому что я хотел соломки добросить.
пока, как говорится, других дел нету, можно соломы догрузить им. Так, тихо. Не падай. Ага, далековато. Так, стоп, а у меня же... Откуда он? Отсюда высыпет, да? Надо переехать. С той стороны. Так, сколько там им вообще нужно-то? Ну, в принципе, наверное, даже еще понадобится. Так, а у нас с той стороны надо заезжать.
Так, ну этот тюк потом мы в следующей серии загрузим и отвезем эти остатки на конюшню. На этом все, ребята. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.